практики, на солнце, с утра и до обеда. Ура! Ура! Так долго нельзя смотреть телевизор. Но там супер четверка. Браво! А потом Буба. Ну и хватит. А дальше пушистые друзья. Ух ты! И Робин Гуд даже. Смотри по будням. С утра и до обеда. Мультсериалы на солнце. Большая тортилья, коулслоу, много курицы и картошка фри. Новый, большой, мега-ролл. KFC. Почувствуйте насыщенный аромат арбуза и натуральное увлажнение вашей кожи. Попробуйте новое крем-мыло Дуру Арбуз. Дуру – чистое наслаждение. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телерассчитательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Используя службу экстренного оповещения Российской Федерации. Во время экстренных мероприятий все станции останутся на связи, предоставляя новости и информацию касаемо определенных зон, говорит телестанция РТ, вещающая в московском регионе. Если вы находитесь не в Москве, переключите телеприемник на станцию, предоставляющую новости касаемо вашего района, говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации, вещающая в московском регионе. Не используйте ваш телефон. Телефонные линии должны быть свободны для экстренного использования. В данный момент ожидается сообщение от президента Российской Федерации. Is it? Don't let it get you down though, okay? They just don't understand you. You've got a lot to offer another person. I know I'm not much, but how would you feel about letting me be the one to cheer you up? I see. It's that bad, huh? Poor guy. There's no way just a video is gonna help you. That's it! I'll stay with you for long. После Ералаша на новом семейном телеканале «Солнце». Мальчишки, девчонки.